Что же, друзья, немало репортажей мы с вами сделали с берегов того или иного водоема. Из берега Женевского озера и Средиземного моря. А вот теперь большой привет с берегов моря Мертвого. Так называют это бесточное озеро в Израиле, потому что ни одно живое существо здесь не может жить из-за сумасшедшей солености этой воды. Берег Мертвого моря – это самая низкая точка планеты Земля. Сегодня это что-то в районе 430 метров ниже абсолютного нуля, ниже уровня моря. Мертвое море постепенно отступает где-то на метр каждый год, становится все мельче, мельче и мельче. Вот те высоты, что вы видите сейчас, это уже Иордания, а вот так выглядят эти чудесные белесые берега, очень красивого цвета. Плюс еще и, конечно, в окружении иудейской пустыни и вот этих величественных гор это смотрится потрясающе. Ну а вот так довольно простенько выглядит наш пляж Эйн-Геди. Ну, по большому счету, есть все необходимое для того, чтобы отдохнуть. Можно спрятаться от солнца. Есть души с пресной водой, несколько стульчиков и шезлонгов, чтобы можно было позагорать. Здесь очень высокое атмосферное давление. Плюс эти испарения от моря, озера делают воздух, конечно, особенным и по-настоящему целебным. Говорят, что можно лежать и читать газету. Газеты у меня нет. Ну, видите, как поплавок чувствуешь себя здесь. Море, в котором невозможно утонуть. Море соли. То место, где вы должны побывать. Очень важно только здесь не нырять. Очень важно сделать так, чтобы вода не попала на кожу век, лица или уж тем более в глаза или в рот. Вода очень соленая, горьковатая на вкус, поэтому обязательно нужно пользоваться душиками с пресной водой, которые тоже есть на берегу. Друзья, на берегу Мертвого моря есть не только соль, но и грязь. Часть ее вы сейчас прекрасно видите на мне. Там вон еще дотираются все жаждущие грязи. Грязи тут лечебные, действительно продлевают жизнь. От всех болезней излечивают. Понятное дело, что ни одного шанса не оставим коронавирусу. Тут еще и вот такие чудесные, посмотрите, вот они, сероводородные источники, которые бьют из-под воды. И, собственно говоря, здесь они выведены в такие души. Поэтому амбре, как вы понимаете, соответствующее. Ну и действительно, очень мило можно провести время.